В городском поселении Горки-Ленинский завершается благоустройство территории около жилого дома номер 1 по северному проезду. Данный двор был выбран жителями путем голосования на портале «Добродел». Здесь проходит комплексное благоустройство с учетом всех современных требований. Работы начались еще в июне и были разделены на 3 этапа. Это сначала асфальтировка проездов, тротуаров, дорожек. Потом у нас были работы, связанные с уличным освещением. И сейчас уже как третье – это благоустройство, монтирование, установка детских игровых площадок, спортивного оборудования и потом уже озеленение, окончательные этапы. Лавочки возле подъездов уже расставлены. Поэтому до конца этой недели, как раз-таки к дню поселка, к их торжественному мероприятию, произойдет открытие этой площадки. Накануне предстоящего праздника завершающий этап работ приехал проверить глава Ленинского района Валерий Венцель. Он лично обошел всю территорию, осмотрел детскую площадку и оценил качество установленных элементов. Вопрос вызвала площадка для сбора мусора, ведь, как известно, со следующего года Подмосковье переходит на раздельный сбор отходов. Ну давайте так, вы поставьте уже как по нормативу, как было заявлено, сделайте, а посмотрим еще раз, посмотрим, где можно поставить эту сетку для раздельного сбора. Почему? Да, потому что если мы поставим на газон, ну опять это будет. Затем Валерий Николаевич осмотрел новую автостоянку и отметил улучшение ситуации с парковкой. Раньше машины здесь часто ставили на газонах, перекрывая пешеходные дорожки. Проезды, парковка. Очень много мы увеличили парковочных мест. Да. Сколько мы сделали дополнительно? 60. Плюс 60. Да. Также по просьбе местного жителя глава осмотрел ход строительства спортивной площадки, которая в конце октября появится в нескольких минутах ходьбы от северного проезда. Универсальная спортивная площадка, то есть это для игры в футбол, баскетбол. А благоустроительные работы у дома номер 1 будут завершены ко дню поселения 22 сентября. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.